Куст гортензии может стать украшением любого сада. Растение смотрится выигрышно в любое время года. В зависимости от сорта, цветение продолжается с июня и до первых заморозков. Наиболее декоративными являются древовидные гортензии, сорта древовидной гортензии. Например, форма стерилис имеет крупные, очень душистые соцветия, белые. Кроме древовидной гортензии, очень неплохо себя чувствуют в наших условиях гортензия метельчатая, разные ее сорта и формы. Например, это форма тардива, форма киуши, ну и самая декоративная из них, наверное, форма грандифлера, у которых крупные розовые соцветия. У гортензии очень интересная биология цветения. Дело в том, что не распустившиеся, или точнее в начале цветения гортензия сначала имеет зеленого цвета цветочки, а потом они становятся белыми. В конце цветения они чуть розовеют, и, наконец, в самом конце, завершении цветения, они становятся коричневыми. Практически в таком виде они уходят под зиму. Одно из преимуществ гортензии – это ее зимостойкость. Лучше всего уральские холода переносят гортензии метельчатые. Даже если надземная часть куста подмерзнет, весной она восстанавливается, и цветение происходит уже на новых побегах. Гортензия довольно цветолюбива, но если будет небольшая полутень, ничего страшного, гортензиям это тоже подойдет. Лучшие сроки посадки растений дальневосточной флоры, в том числе и гортензии, это осеннее время. Лучше всего это конец августа и начало сентября. Эффектно смотрится аллея из гортензий разных сортов. Растения подбирают таким образом, что как только отцветает одно, зацветает другое.